нога! А вы кто? Полагаю, пришли за мной из-за... А, и давно вы в этой адской кухне? 4 часа. Пошевеливайтесь, профессор. Нам некогда. Секундочку. Вас не предупредили об опасности? Они в своем репертуаре. По всему комплексу распылен вирус инстинкт. И вы теперь заражены. Сколько вас всего? Осталось 3, надеюсь. Какой же мерзавец этот первый. Видели здесь чудовище со стеклянными глазами? Вас ждет то же самое. Максимум через 6 часов процесс станет необратимым, а то и раньше. Вирус превращает людей в тупых, беспощадных зомби. Твою мать. А вакцина есть какая-нибудь? Откройте-ка этот контейнер. Код TC752EFAEP. Но здесь только одна ампула. Не волнуйтесь, я дам вам еще. Уколите же, ну! Легкий побочный эффект. Силы скоро вернутся. И вы даже не представляете, какие. Признаюсь, я вас обманул. У меня нет вакцины. Есть антидот. Вон он лежит. А вам я вколол протовирус. Протовирус инстинкт. Умоляю, выслушайте меня. Антидот приостанавливает действие вируса всего на 10 часов. А зараженный человек все равно обречен. У вас в крови протовирус инстинкт, за которым теперь все охотятся. Негодяи с его помощью смогут создать самое страшное в истории человечества оружие. Будь проклят этот первый. Он обманул нас, понимаете? Изначально у нас была благородная цель создать уникальную вакцину против большинства неизлечимых болезней. Ну-ну. Как ни странно, противоядие содержится в самом вирусе. По формуле, которой в вашей крови, ученые в считанные часы создадут вакцину, полностью уничтожающую его действие. Понимаете, для чего вы мне нужны? Ведь десятки лет такие же исследования велись и правительством США. У вас есть шанс не допустить мировой катастрофы. Свяжитесь с моим другом, академиком. Ему можно доверять, он знает, что делать. Возьмите антидот для ваших друзей. Поспешите к академику, времени мало, меньше суток. Но для вас еще не все потеряно. И для миллионов людей. Опять обморок. Скоро пройдет. Через 1-2 часа протовирус сделает из вас суперсолдата. Еще и поэтому все охотятся за инстинктом. А теперь и корейцам, и координатору нужны именно вы. Так что сверхспособности будут очень кстати. Ну что ж, я безумно счастлив, профессор. Правда, вы станете похожи на этих зомби, но пока только внешне. 20 часов обратного пути уже не будет. Постарайтесь успеть. Это все? Есть у меня подозрение, что координатор работает не один. Ну и? Я уверен, что кто-то из вашего отряда отлично понимал, куда и зачем он идет. Намекаете, что среди нас был предатель? Или есть. Ведь остались еще 2. Но кто-то точно работал на первого. На кого? Товарищ первый. Он же координатор, он же Михаил Иванович Козлов. Этот гад ни перед чем не остановится, но получит протовирус. То есть вас. Понимаю, учту. Теперь уходим отсюда. Времени у нас мало. У меня осталось меньше 1 часа. Потом я стану таким же чудовищем, как все, кто здесь работал. Это расплата за мою ошибку. Приступить к эксперименту. Будьте внимательны. На этот раз гораздо лучше.
первый. Хорошие новости. Похоже, мы близки к цели. Окей. Значит, условия сделки пока остаются теми же. Девятерым подопытным введены варианты протовируса. Остался в живых вариант N. Произошло видоизменение внешности. Но он не особо отличается от остальных зомби. Разве что покрупнее. Товарищ первый, он выходит из-под контроля. Ликвидируйте его. Товарищ первый? О, как же вы меня напугали, профессор. Вы? Вы же вор! Я вызываю охрану! Отвали! Отвали, сморчок! У меня на тебя уже аллергия! Как давно я хотел это сделать! Расслабься. Все равно тебе крышка.